украсили окна символами Великой Победы. Коллектив Камчатского учебно-методического центра присоединился к всероссийской акции «Окна Победы». В окнах учреждения жители и гости города увидят панораму из фотографий военного времени и современности. Советского военного корреспондента Евгения Халдея «Знамя Победы над Рейхстагом», 13-летнего Бори Кулешина «Юнги Черноморского флота», колонну Рейхстага с надписями советских солдат, бессмертный полк, изображение знаменитой бабушки с красным флагом времен Великой Отечественной войны. К всероссийской акции подключаются все неравнодушные жители нашей страны. Они украшают свои окна георгиевскими ленточками, красными звездами и словами благодарности в адрес ветеранов. Главной задачей акции является создание атмосферы самого важного праздника в России, патриотическое воспитание молодого поколения и самое главное – это выразить свою благодарность героям-защитникам Великой Отечественной войны, а также почтить память ушедших ветеранов. Добавим, что стать участником акции «Окна Победы» может любой желающий. Для этого необходимо украсить окна квартиры или офиса символами Великой Победы. Для оформления можно использовать фотографии ветеранов, георгиевские ленты, рисунки и цветы. Фотографии украшенных окон можно разместить на страницах социальных сетей с хэштегом «Окна Победы».